Друзья, всем добрый день. Сейчас прислали мне одно видео, а точнее ВКонтакте прислал какой-то анонимный пользователь, который потом сразу же удалил свой профиль. Вот, решил поделиться этим видео с вами. Честно, мне смешно до слез, и просто интересно ваше мнение. И поймете ли вы, о ком там идет речь? Кто эта ворона такая? Ну все, приятного вам просмотра. Видео привисит. Посмотрим, сколько, может, и оставлю навсегда. А может, и удалю. Заяц яблоки раздает! Раздает! Добрый день. Решил сегодня поделиться с вами ритуалом на исполнение желания. Дяденька, дайте яблочко! Решил записать для вас замечательный ритуал, зарядить купюру на приход денег. И чего ты носишься со своими зайчатами? Решил записать вам полезный совет. Да что же это делается-то? Всякий сюда приходит, каждый себе набирает. Продолжаю давать вам полезные советы и тему про псалмы. Заяц яблочки раздает, а дома у него хоть шаром покати. Решил, пока сижу в машине, записать до вас замечательный ритуал. Постой! Ведь вот какой добрый! Всех угощает, а мне и попробовать не дал. У меня есть второй канал, называется Самир Али 2. Там, правда, мало подписчиков. 4 сыночка и лапочка дочка. Есть такой очень хороший псалом, называется Псалом 34. Он от злых языков. И меня никто никогда такую песню не споет.